Вітаю, Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврин. З нами Роман Світан, військовий експерт. Власне, з ним будемо підбивати військові підсумки тижня серед тем ситуація в Бахмуті, черговий масований обстріл з території Росії і вибухи на Північному потоці. Пане Романе, вітаю вас. Привітаю. Україна цього тижня знову пережила масований ракетний удар, стріляли просто зі всього. Поясніть, будь ласка, який сенс в цих ударах з точки зору стратегії, тактики? Ну, взимку я ще це розумів, мовляв, хочуть налякати народ, що він замерзне і буде без світла. Зараз то який резон в обстрілі і вбивстві мирних жителів? Зерновая сделка. У Путина горит зерновая сделка. Он хочет поднять квоты для вывоза пшеницы, для прокачки аммиака через Украину, для продажи удобрений на мировом рынке. 18 марта истекает срок, то есть переподписание этой зерновой сделки. Заехал в Киев посланец Путина Гутерреш, генсек ООН. Предлагал эти все предложения, по крайней мере, пытался протолкнуть их для того, чтобы Украина пошла на решение этих вопросов. Там очень много вопросов, которые очень сложно решить, потому для того, чтобы подвигнуть военно-политическое руководство Украины для принятия их условий, российских условий, была организована эта атака. Атака была организована, исходя из тех уже остатков сил и средств, которые у них есть. Было собрано все, что только можно было собрать. Они собрали около 20 калибров, 28 Х-101, 555-х, 6 Х-22, 6 кинжалов, 6 Х-59, 2 Х-31, больше дюжины С-300, 8 шахедов, то есть собрали все, что могли одномоментно запустить для того, чтобы показать уменьшение процентов работы нашей системы противовоздушной обороны. И изначально закладывали не задачу нанесения удара, а задачу прохождения ракет, чтобы попасть в статистику. И эту статистику потом показать Кремлю. То есть здесь такой комплексный подход, общее руководство политическое, поддавить, даже сказал бы финансово-политическое, это похоже на барыжню. То есть барыжили по поводу зерновой сделки, естественно, Гутерреш, ООН здесь участвует. Ну а военное руководство, оно для показателей, они собрали все, что можно только собрать и отправили для того, щоб зменшити процент поражень. Ви тільки що сказали, що вони зібрали майже все, що в них залишилося. Скільки часу потрібно, щоб вони знову наростили цей матеріал і знову могли вдарити масовано по Україні? Полсотни ракет крылатых дозвуковых Россия может производить. Это примерно полсотни ракет. Вот 48 их вчера и было выпущено. Они примерно месяц их и собирали. Последняя атака была 16 февраля. Вот где-то почти месяц они собирали вот эти полсотни ракет. Можно сказать, они идут уже с колес, с конвейера и дальше сразу на боевое дежурство и начинают участвовать в процессе. Но этих полусотни ракет недостаточно для пресечения нашей системы противовоздушной обороны, потому они добавляют к ним то, что на 100% может ее пройти. То, что мы пока еще сбить не можем. Х-23, кинжалы пока не можем, пока не развернулись Патриот и СМТ. Пока для нас это проблема. Плюс те же ракеты С-300 мы их тоже сбить не можем, но они, правда, работают на 100 километров от линии фронта. Но тем не менее, для общей статистики они это используют. Потому следующая атака может быть такая массированная где-то через месяц, в среднем через месяц. Ну, а мелкими партиями они могут каждый день работать теми же кинжалами, по одному кинжалу в день. И их просто немного, то есть их несколько десятков кинжалов. Они вчера использовали, наверное, больше 10% одномоментно. Х-22 там достаточно, но опять же за счет носителей, недостаточное количество носителей, потому они также больше, допустим, 6-10 ракет Х-22 выпустить не могут. Ракеты Х-31П, Х-59, которые использовались также вчера истребителями, их у них достаточно, просто абсолютно нет никакого толку их ими работать, так как у нас система противодействия этим ракетам, она практически стопроцентная. 8 вчера было выпущено, ни одна не попала в цель. У нас есть определенная система радиоэлектронной борьбы, которые уводят эти ракеты от цели, и обманки, которые улавливают уже сигналы и берут на себя эти удары. То есть с нами поделились этими интересными вещами наши партнеры, потому мы эти ракеты также минусовываем. Потому, исходя из общей картины, следующая атака может быть где-то через месяц, большая, масштабная, ну а мелкие может каждый день происходить, потому надо очень внимательно относиться все-таки к сигналам воздушной тревоги. Ви згадали про ці кинджали. Скільки в Росії загалом є кинджалів? Якщо можна, розкажіть в принципі про цю ракету трішки докладніше, яка її ціна, скільки вони можуть їх виготовляти за місяць? По разным оценкам от 14 до 40 кинжалов у них есть. Вопрос в их возможности применения. То есть там есть моменты, связанные с недоработками, которые сейчас доводятся. И они пытаются их поставить в строй. Но после введения определенных санкций это очень сложно сделать, так как элементная база, которая используется этими ракетами, она в основном вся зарубежная. И они сейчас могут производить около 1,5-2 десятков в год этих кинжалов. Опять же, все будет зависеть от той элементной базы, которую они сейчас, они будут пытаться ее заменить, допустим, там, китайской какими-то позициями. Хотя китайцы также на 90% зависят от элементной базы, именно даже не китайской, то есть американской или тайванской или индонезийской, но не китайского производства. Потому очень сложная цепочка, но не более 2 десятков кинжалов они смогут произвести в год. Еще раз, смогут, и под большим вопросом. То есть это штучный товар. Сама по себе ракета это такой слепок Искандера, то есть это баллистическая ракета, которая, первой ступенью которой является не ракетный двигатель, а самолет, который ее разгоняет до сверхзвуковых скоростей, поднимает на высоту больше 10 километров, сбрасывает, дальше ракета своим двигателем разгоняется и поднимается на несколько десятков километров над целью, и потом уже сверху, входя в плотные слои атмосферы, разгоняясь до гиперзвуковой скорости в районе 5 махов, заходит на цель практически вертикально под 90 градусов. Но это баллистическая траектория, называется это правильно аэробаллистическая, то есть стрельба идет не с земли, а с земли баллистическая траектория, а это аэробаллиста, то есть разгоняется и выходит на цель. Есть еще очень неприятная для нас опция в этой ракете, она рыскает по баллистической траектории, то есть она может менять траекторию движения, выходя в определенную точку, и очень сложно вычислить точку встречи противоракеты. Потому сейчас, после того, как зайдут Патриот и СМТ, будут развернуты, будем искать механизмы противодействия этой ракете. Теоретически они возможны, но надо смотреть, как практически можно будет ее нейтрализовать. Но оптимальный вариант, конечно, это нащупать места хранения, места производства кинжалов, уничтожить и уничтожить носители. Носителей немного, носителей всего МиГ-31К, их несколько штук. Если уничтожим носители, то как минимум на несколько лет минусуем возможность россиян использовать эти ракеты. А що з Патріотами? Адже повідомляли, що вони нібито вже в Україні, потім заявили, що ще насправді їх нема. Зараз кажуть, що в принципі є, їх ще не розгорнули. Тож яка ситуація з ними? Патриоты заходят частями. Дело в том, что для того, чтобы развернуть батарею патриотов, это не БУК и не С-300, то есть это серьезная система. Заходят локаторы, заходят вычислительные машины на определенных блоках, заходят батареи, разворачиваются, определяется их местоположение. То есть они могут уже заходить, ну, допустим, те же локаторы могут уже зайти, уже могут вообще стоять на боевом дежурстве. Локатор сам по себе, он в общую систему может включаться. После того, как будут включены в нашу общую систему, будет проведено определенное согласование, так как есть определенные режимы свой-чужой, есть управление допустим, исходя из информации спутников, любая, кстати, баллистическая траектория, любая баллистическая ракета, она спутниками в Патриоте вычисляется старт, дальше рассчитывается траектория баллистическая, вычисляется определенная батарея, которая будет работать, а дальше идет обчисление точки встречи, естественно, команда, напуск, сопровождение. Ну, то есть это целый процесс, который даже при заходе, даже в полном заходе батареи всей Патриота, он занимает определенное время. Я думаю, Патриот уже начал заходить, просто станет на боевое дежурство ближе к концу марта. Примерно столько времени нужно для, исходя из такого же рода действий, допустим, поляками, израильтянами, около 2-3 месяцев надо для того, чтобы обучить персонал, завести и развернуть систему. Это где-то вот конец марта, начало апреля точно у нас как минимум одна батарея будет работать, а она за собой, конечно, притянет всю систему слежения, которая идет к любой батарее Патриот. Хотів би також вас розпитати щодо ситуації на фронті. Як змінюється ситуація на Бахмутському напрямку? По Бахмуту сейчас принято решение на выполнение определенных оборонительных мероприятий по некоторым уже рубежам, которые, естественно, образовались. Это с юго-запада, с юго-востока. Это трасса Константиновка-Бахмут, вдоль нее рубеж обороны, россияне ее пересечь не могут, подойти даже к ней не могут. Там подходы простреливаемые и пристреленные уже нашей артой. По востоку идет рубеж обороны, это река Бахмутка. Она делит Бахмут там на две неравные части, западная большая часть под нашим контролем, а за Бахмуткой эта часть восточная, там идет уничтожение российских войск. Они зашли в город, и именно в этих городских постройках идет сейчас уничтожение. Но рубеж обороны – это река Бахмутка. По северу – это промзона, там несколько промышленных предприятий. Как раз север Бахмута прикрыт промзоной, там остановлен враг. И там дальше ведутся уже боевые действия с участием и сил спецопераций нашей Нацгвардии, пограничники, аэроразведка и системы ПЗРК работают пограничников. И контроль и корректировка огня артиллерийского ведется силами спецопераций. Это как раз вот по всему Бахмуту. Остановлено продвижение российских войск по всему периметру. В районе Бахмута сейчас принимается решение по деблокаде некоторых северных частей Бахмута, так как россияне сами зашли в такие ловушки. Хороший удар фланговый по некоторым частям россиян, которые вырвались вперед. Хорошие фланговые удары будут отсекать эти взорвавшиеся уже части и дальше уничтожение. Именно этим сейчас будут заниматься те резервы, которые подтянуты к Бахмуту. Ситуация стабилизирована, а дальше она уже будет развиваться, исходя из наших планов. Там работают два генерала. Это генерал Сырский, генерал-полковник Сырский, это командующий сухопутными войсками начальник сектора, и бригадный генерал, командующий силами спецопераций. Это как раз те два генерала, которые планируют и выполняют определенные действия. Чи біля Авдіївки ворог активизировался? Авдеевское направление, оно последние 9 лет активизировано. С 2014 года Авдеевка для донецкой российской группировки, она была как кость в горле, они пытались ее 9 лет отодвинуть, уничтожить. Пытаются это и сейчас сделать с помощью уже авиации, регулярных частей, но в основном там все-таки ЛДНР, так называемые старые, еще корпуса, первый, второй корпус ЛДНР. Но это уже сборная солянка, то есть в Донецк заведено несколько тысяч линейных частей российских войск, и они пытаются отодвинуть на наш укрепрайон в районе Авдеевки. Но чем больше они разрушают Авдеевку, тем крепче становится укрепрайон, так как большой разрушенный город. Это лучший укрепрайон, который даже отстроить не получится, так как столько железобетона разбитого, который является каждой высоткой, это очень хороший после разрушения это очень хороший укрепрайон, за которым роту танков можно спрятать. Потому Авдеевка стояла и стоять будет, обойти они ее не могут, так как правильно выстроенная система обороны в районе Авдеевки, она не дает россиянам также окружить Авдеевку. То есть любые языки, которые выдвигаются с севера и юга на окружение Авдеевки, тут же отсекаются фланговыми ударами наших рядом стоящих гарнизонов. Там перспективное занятие для россиян отжать наш гарнизон из Авдеевки, но уничтожение идет примерно россиян примерно такое же, как и в районі Бахмута. По роті в сутки. Я також хочу вас запитати щодо півдня. Читаючи ворожі пабліки, там іноді кіпішують, що українські війська вже майже в Голій пристані, що інша історія, що саме звітам Україна планує контрнаступати. Чи є в нас там прогрес на півдні і чи дійсно росіянам слід якнайшвидше із лівого берега втікати? На левом берегу Херсонской области проводятся определенные мероприятия, включая зачистку прибрежных сухопутных и островов, в том числе и определенных плацдармов от российских войск. Зачистка проводится с помощью сил спецопераций, оперативно-тактических групп, корректировщиков огня артиллерийского, с помощью артподготовки, естественно. То есть комплексно идет уничтожение российских войск именно там. Это такой мешок, с одной стороны, такой треугольник, с одной стороны Черное море, с другой стороны Днепр зажат, и движение наших войск, которое начнется, оно начнется в ближайшее время и со стороны Херсона на Армянск, и со стороны Новой Каховки на Армянск. То есть это движение россияне прекрасно прогнозируют. Там примерно 70 километров от Новой Каховки до Армянска, до входа в Крым. После начала такого движения россияне попадут в полное окружение, даже не оперативное, а полное окружение. Олешки, Кимбургская коса, то есть все, что юго-западнее направление от Новой Каховки до Армянска, попадает в окружение. Россияне прекрасно это понимают, потому уже собираются, по крайней мере, оттуда уходить. Это видно по действиям оккупационных властей, коллаборантов и регулярных частей, которые сейчас занялись уже просто мародерством. Понимая, что им придется уходить с этой части, уходить в Крым, потому они уже где-то за месяц, я так понимаю, за месяц они уже готовятся это сделать. Також хотів би вас розпитати щодо контрнаступу. Михайло Подоляк з Офісу Президента заявив, що контрнаступ розпочнеться за 2 місяці. Що до цього часу потрібно зробити? Це перше питання. А друге, навіщо називати конкретні дати? Якщо, допустим, я сейчас начну прогнозировать проведение операции по удалению аппендицита, это будет немножко неправильно. Потому когда люди типа Подоляка начинают прогнозировать военные операции, в которых он не имеет базового образования, это немножко неправильно. А если это все-таки делается, это, скорее всего, информационно-психологическая операция для каких-то целей. Вопрос каких, но это больше Подоляку или к тем людям, которые ему заставляют, как говорящую голову, это озвучивать. Это сложно поддается военному анализу, потому я тут возьму паузу как минимум. Ну а если исходя с точки зрения военной, развития определенной ситуации, определенных периодов в военных действиях, то еще где-то до конца месяца, минимум до конца месяца, и будет идти тот золотой месяц, который отдается любой армии для выполнения наступательных действий россиянам. То есть россияне сейчас ведут наступательные действия. Где-то вышли они на плато, где-то неделю назад, может быть 2 недели назад, под конец февраля. Вот они максимально где-то около 150-170 атак в сутки проводили. Вот это максимум россиян, это плата, которая будет держаться еще где-то месяц. После этого ни одна армия не может уже выполнять максимальные наступательные действия. Вот сейчас они уже снижаются, где-то 150-130 Вчера, по-моему, 110 было атак в сутки. Ну вот 100-150 атак в сутки они будут на 200-километровом участке фронта от Гуля и Поля до Купинска проводить. И где-то до конца марта они могут это держать. А вот уже оптимально для любой наступающей стороны, которой мы являемся, оптимально тогда, когда начнет снижаться накал наступательных действий, на этом противоходе начинать свои наступательные действия. Потому оптимально где-то через месяц, ну вот конец марта, начало апреля, может быть середина апреля, оптимально с точки зрения военной науки начинать наши наступательные действия тогда, когда у них начнется спад. Это где-то через месяц, потому вряд ли это 2 месяца, но где-то через месяц, я думаю, мы уже начнем наступательные действия по некоторым направлениям, по одному-двум. Скорее всего, основное направление будет это на Азовское побережье, на любую точку, с любого точка Запорожского фронта, на любую точку Азовского побережья. Задача пересечь сухопутный коридор. Ну а вспомогательное направление это район Луганского фронта, это из-под Сватова, Кременной в сторону Счастья. По левому берегу Северского Донца самый оптимальный вариант проводить наступательные действия украинским войскам. Тут какое-то из направлений будет основным, какое-то будет вспомогательним в зависимости от сопротивления російських військ. Що очікує на найманців з групи Вагнера, адже її очільник Пригожин знову бідкається, мовляв, не дають ніяких боєприпасів, а також, що в принципі люди закінчуються. ЧВК «Вагнер» – это сейчас для российского военно-политического руководства как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить пока еще жалко. Есть еще несколько недель времени, пока ЧВК «Вагнер» станет рядовой частью российских вооруженных сил, и дальше мы просто о ней будем слышать, как о какой-нибудь ВЧ. То есть ВЧ такая-то под руководством какого-нибудь Уткина, которым является Вагнер, да, то есть позывной Вагнер, это фамилия Уткин, тот один из руководителей военных, которые, кстати, украинец, который начинал саму Вагнер как таковую. Пригожин это просто финансовый мешок и говорящая голова, медийный персонаж. А управляют там, конечно, военные, профессиональные военные, высокопрофессиональные военные, там однозначно, то есть это штурмовые группы, основной костяк, золотой костяк Вагнера, он может быть и останется, может быть выведен в тот же Крым, сейчас проводятся и такие переговоры, то есть костяк будет выведен в Крым, будут выполнять там какие-то задачи обороны, а Вагнер как таковой, то есть вся эта часть, она просто перейдет и станет рядовой российской частью с нормированными поставками вооружений, не более того, мы просто за нее забудем. І також не можу, в принципі, не запитати, не дуже люблю цих тем гадань, хворий, не хворий, але продовж тижня далі обговорюють тему хвороби Кадирова, можливо, його отруєння. В принципі, чи реально історія, що його можуть прибрати, це по-перше, а друге, в принципі, переберуть Кадирова, що зміниться? Так как прилетал, то есть обслуживал его нефрологи, проблема, скорее всего, с отравлением. Но злые языки российские шутят, весна пришла, почки распустились у Кадырова. То есть, скорее всего, он все-таки был отравлен. Вопрос зачем? Это вопрос уже внутренних растрей внутри силовых блоков России. Генералитета, военного, служб безопасности и Росгвардии. То есть, скорее всего, где-то кому-то Кадыров перешел дорогу, либо сказал неправильное слово. Иногда из-за даже неправильно сказанного слова или построенной фразы проводятся такие мероприятия. Потому, скорее всего, он был отравлен. Вопрос дальнейшей какой-то управляемости Кадырии. Там есть сын, сейчас он его уже приглаживает Путин, то есть там как раз этот вопрос сменяемости на Востоке, он очень простой. Родственники становятся, как Кадыров стал на место отца, а так у Кадырова есть сын, сейчас внук станет на место деда и отца. И дальше это Восток. Дело тонкое, туда лучше, конечно, не соваться европейцам, И Путину, кстати, тоже нет смысла, он все равно эту ситуацию он сам не разливает. Он может только туда деньги давать и все. На сам кінець, продовж тижня теж дуже багато говорили про вибухи на північних потоках, були звинувачення в сторону України. Чи Україна причетна до цих вибухів? Якщо так, то яка в цьому логіка? Такого роду дело не в потоках, а в производственном цикле получения финансов для введения боевых действий. Это легитимные военные цели для украинских вооруженных сил. Потому выполнение такого рода мероприятий, если бы мы их делали, это нам бы оказало честь. Но просто исходя из некоторых моментов, связанных с невозможностью, у нас нет пока еще технической возможности выполнять такие операции. Потому если бы это были мы, то можно было бы звезду героя давать либо начальнику службы внешней разведки, либо начальнику главного управления разведки, либо тому, кто был бы ответственен за такие действия. Но из реалий мы пока еще не можем выполнять такого. Мы не можем работать в космосе, мы не можем работать под водой, нет механизма, нет средств для выполнения таких задач. Потому это выполнили добрые люди. Эти добрые люди благоволят Украине. Большое им спасибо за такую задачу. Даже если это добрые люди, могли бы находиться в каких-то структурах пророссийских. Это тоже возможно. Но они все равно сыграли положительную роль как раз для Украины. Так как могли даже не думать, как это ударит. Они били, по крайней мере, по Европе, то есть хотели Европу заморозить, но так косвенно, получается, подыграли украинской экономике, украинскому народу, потому здесь двоякое восприятие этих людей. Но, тем не менее, добрые люди выполнили свою задачу. Це був Роман Світан, військовий експерт. Дякую вам за розмову. Також цього тижня Україну шокували одразу дві загибелі українських героїв, зокрема Дмитра Куцюбайла, героя України, який захищав нашу державу з початку цієї війни. Не менше шокувала смерть військового, який є жертвою російських злочинів, який був розстріляний за слова «Слава Україні». Не забувайте це. Слава Україні! Героям слава! Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!